Подмосковье пассажирский поезд «Москва-Кишинев» столкнулся с грузовым составом. Погибли 5 человек, а еще 25 находятся в больнице. По данным российских СМИ, на рейс, следующий через Киев, продали около 400 билетов. В настоящее время грузовой состав отогнали с места аварии. Следствие рассматривает 3 версии инцидента. Ненадлежащее состояние грузового поезда, железнодорожных путей, а также нарушения в действиях бригады грузового поезда.